У нас идет процесс приготовления. Самые главные шеф-повары – это Богдан и Антон. Антон, here you go, guys. Богдан и Антон. Там уже идут знакомства. Знакомство, где это написано? На поляне. Вот собрались, а, надо уже так. Отлично, мы пойдем знакомство, оставляем наших шеф-поваров попозже. Так, о, уже спор на центральной поляне. Первый раз вообще с палаткой. А это сбор на нашей центральной поляне. Here you go, guys. Ну, если какой-то маленький наклон где-то идет. Садитесь. Вокруг палатки сделать ров, если ночью пойдет дождь. А, ну да. А что прогноз погоды, кстати, говорит у нас? А солнце. There you go. Какой дождь? Что им говорить? Я сегодня в группе увидел ВКонтакте в нашей, вот, Эванта, и написано, мы договорились. Дождя не будет, да? Подожди, ты еще не знаешь, что такое закон подлости. А, кстати, о Кен Эльзи, когда был концерт, я шел на концерт, днем шел дождь, я смотрю прогноз погоды на вечер тоже прогноз погоды дождь, я думаю, офигенный будет концерт. Это мы ждем сейчас сбор на центральной поляне для знакомства. Ждем, пока все участники нашей команды соберутся, еще не все собрались, и еще кое-что, кто должен подъехать. Ну, нас уже достаточно. Настроение хорошее. А до которого дня мы будем, друзья? До понедельника? Нет. До воскресенья? А в понедельник на работу? Да. Работа. Вот издержки того, когда работаешь на кого-то, на дядю Сэма. Да. На анкл Сэма. А завтра рабочий день, да? Да. Да. Завтра рабочий день? Почему рабочий день? Что, праздник какой-то? Рабочий, да, перенесли. Ну, там сделали два дня. Выходных, ну, один день сделали выходной, а другой перенесли. То есть понедельник будет, соответственно, отдыхать, да, народ будет? Не-не-не, понедельник отдыхали. А, прошлый понедельник. Да. А, окей. Прошлый понедельник отдыхали, поэтому сейчас работают. А, окей. Ну, да, интересно. Окей. Ваши 10 минут уже давно истекли. Классно было. Едем. Да. Значит, смотрите, мы на затерянном острове. И завтра мы будем уже начнем играть в племена. И все время будем племенами на этом острове. То есть сегодня у нас будет такой еще лайт-версия, немножечко подготовки, да. Мы будем сейчас знакомиться в первую очередь, потому что, ну, да, многие из вас не знакомы с друг другом. Еще у нас приедет через час еще 6 человек или 7. Они тоже с вами всеми познакомятся обязательно. Ну, сейчас вот как раз у вас будет больше возможностей, больше шансов запомнить друг друга, да? Вот. И потом у вас будет после всех этих знакомств разными способами. У вас будет, должна сразу сказать, да? У вас будет хорошая возможность понять, ну, такой, получить легкий намек на то, что будет происходить завтра. Это уже после шашлыка будет, когда вы немножечко расслабитесь, у вас будет... Потеряем бдительность. Да. Я вам просто предупреждаю, что это будет просто легкий шажок в завтра.